Помимо наших артистов в погонах, 12 февраля на сцену вышли стражи правопорядка из городов Янаул, Бирск, Агидель, Благовещенск и хозяева мероприятия. Смотр был посвящен столетию со дня основания республики и Министерства внутренних дел Башкортостана. На суд жюри представили танцы народов региона, популярные, почти забытые песни на родных языках. Изюминкой нефтекамцев стали выступления известной на всю республику семьи Нурдиновых и ветерана органов внутренних дел Игоря Рожкова. Участники фестиваля еще раз доказали всем, что умеют не только следить за порядком, но и обладают танцевальными и певческими талантами. Гран-при конкурса досталось дюртелинским полицейским. Немного уступив им, наши стражи правопорядка завоевали почетное первое место. В нашем коллективе нефтекамской полиции работает много одаренных личностей. Несмотря на напряженный график работы, они умеют находить время и для развития своего таланта, для совершенствования своих способностей. Это они продемонстрировали и в ходе данного конкурса. Программа нефтекамцев была очень оригинальная. Украсили нашу программу выступления семьи Нурдиновых, Фарита и Эльза с детьми. Украсил своим выступлением ветеран МВД Игорь Рожков. Очень мастерски исполнил свои танцы Айнур Ханкаев. Даже у членов жюри появилось подозрение, не подставное ли это лицо. Даже потребовали служебное удостоверение. К сожалению, гран-при досталось хозяевам сцены. Ну, мы довольны результатом.